Какой проект в игровой индустрии является самым загадочным в данный момент? Конечно же, это Half-Life 3. Даже не нужно быть фанатом серии, чтобы знать о том, что игра окружена неимоверным количеством слухов и тайн. И это не мудрено, ведь Valve всегда славились особенностью, так сказать, патролить своих игроков. А во главе стола сидит легендарный Гейб Ньюэлл, который по праву считается чуть ли не самым хитрым троллем в мире. Сегодня, ребята, мы постараемся пробежаться по всем тем слухам, которые создал Half-Life 3. И каждый для себя сам решит, существует эта игра на самом деле, или же ее даже не начали разрабатывать. А кто-то из вас, наверное, даже нарисует портрет игры у себя в голове. На самом деле, слухов более чем достаточно. И из некоторых недавно опубликованных можно даже подумать о том, что игра превратится из линейного очень глубокого шутера в широкосторонний RPG-проект. Еще в далеком прошлом, точнее в 1999 году, Valve знали, что одной частью серия не ограничится, и сразу же зарегистрировали домены для Half-Life 2 и Half-Life 3. Но сейчас, например, если вы в адресную строку введете halflife3.com, то вас перекинет на сайт Orange Box. Впервые Гейб сказал, что выпустит эпизод 3 еще в 2006 году. Из его слов игроки поняли, что ждать эпизод 3 нам следует в конце 2007 года. Но на этом они не собираются останавливаться и также хотят выпустить эпизод 4, который будет рассказывать нам о совсем других событиях, нежели сам оригинальный Half-Life. К тому же разработку они доверят сторонней компании. Как и следовало ожидать от проказника Гейба, третий эпизод так и не вышел в 2007. В 2007 игроки могли лишь увидеть второй эпизод, который оставил после себя уйму загадок. В первом эпизоде, в самом конце игры, мы могли увидеть маленький тизер второго эпизода, который кратко давал понять, что следует ожидать в будущем. А вот как раз во втором эпизоде такого тизера в конце уже не было. Один из сотрудников Valve, Дэвид Спейрер, поделился с игроками важной информацией. Он сказал, что это было сделано специально для большего простора разработки. Мол, если мы загоним себя в определенные рамки, нам нужно будет сделать то, что мы показали в тизере. Нет тизера, следовательно, нет никакого долга перед игроками. Разработчики сколь угодно много могут переделывать игру. В том же 2007-м популярный журнал PC Gamer опубликовал на своих страницах первый концепт-арт Half-Life 3, который создал немало разговоров в сообществе. Игроки уже начали отчаиваться и бояться, что третий эпизод так может и не выйти. Но спасением для них стало выступление Дага Ломбарди на выставке GDC. «Мы не собираемся торопиться с выходом эпизод 3. Оглядываясь в прошлое, теперь кажется, что идея выпуска новых эпизодов Half-Life 2 каждый год – это слишком. Мы не хотим просто штамповать игры. И вообще, мы дошли до той точки, когда называть их эпизодами – не лучшая идея. Эпизод 2 был длиннее, чем эпизод 1 на несколько часов. Так что работы становится больше, и время разработки увеличивается. Мы скоро начнем работать над третьим эпизодом, но у нас все еще нет каких-либо определенных дат». В прекрасном для игроков 2008 году Valve подкинули нам еще немного пищи для размышления в виде спрятанной папки в исходном коде Source под названием «Эпизод 3». Сотрудники Valve нас уверили, что эта папка попала туда случайно и осталась от прежних наработок. Но мы-то с вами знаем, что у старины Гейба не бывает ничего просто так. 22 августа все того же 2008 наш общий друг с фамилией Ньюэлл сказал, что эпизод 3 находится в разработке, и как уверяет глава компании, он будет лучшим из всей серии. Следующая информация, достойная вашего внимания, появилась лишь в 2009 году, когда Гейб дал понять, что игра вернется к своим начальным стандартам. Ведь первая и отчасти вторая часть были довольно страшными, несмотря на то, что они создавались не как хоррор. Это была очередная уникальная фишка игры. Вот и наступил май 2011-го. И лишь тогда Гейб Ньюэлл подкинул игрокам очередную утку. В комплекте SDK для Portal 2 самые заинтересованные пользователи откопали файлы, которые якобы принадлежат советнику Альянса. Вскоре они были удалены.
Все в том же наборе была обнаружена доселе невиданная анимация персонажа второго эпизода, доктора Арне Магнуссона. Ну не могут Valve просто так забыть кусочки игры в своих продуктах, ведь продукция Valve всегда славилась своим качеством. В сентябре 2011 года в сеть убежала копия игры Dota 2, и умельцы сразу стали разбирать ее на части. Как раз внутри они и обнаружили строки с названием оружия, которое может иметь косвенное отношение к Half-Life 3, но руководство Valve и это опровергло. В июне уже 2012 года Valve наконец-то официально обнародовали порцию скриншотов в количестве 30 штук. На них была изображена немного новая Алекс Венс, разбившийся вертолет и некоторые другие детали. Лето 2012 вышло жарким, и в августе Valve снова совсем случайно оставили в коде Source Filmmaker'а строки, которые говорят о неком Source 2. Тут становится понятно, что Valve уже начали работу над новым Source-движком, или же даже уже закончили. Несомненно, Source является одним из самых крутых движков, когда-либо существовавших. Есть в нем свое безумное очарование. Стоит ожидать, что и Source 2 произведет на игроков не меньший эффект. Совсем недавно некий аноним поведал общественности, что Half-Life 3 наконец-то выйдет в 2014 году, и будет он несколько другим, чем мы ожидаем. Он сказал, что Half-Life превратится в RPG с большим открытым миром и квестами. С трудом в это верится, но от Valve можно ожидать все что угодно. Сам Гейб пару месяцев назад дал точно понять игрокам, что Half-Life 3 будет, нужно лишь немного подождать. В сети появился ролик, в котором Гейб кует старую добрую монтировку Фримена. К нему подходит мужчина и спрашивает: «Готово?» На что Гейб отвечает: «Есть вещи, которые требуют больше времени». Теперь мы перейдем к более мелким фактам и слухам, связанным с эпизодом 3, или же полноценной игрой Half-Life 3. Фанаты серии настолько ее любят, что ищут хоть крупицы информации даже в числах. Например, на VGA 2011 года ведущим был робот Уитли. Он старался сообщить свои координаты и успел произнести лишь 3 единицы, после чего связь пропала. Игроки сразу начали строить догадки. Они почему-то подумали, что это дата выставки Consumer Electronics Show, а на этой выставке Valve обычно любят побаловать своих фанатов информацией. Вот у них и появился еще один повод ждать с нетерпением выставки, на которой они ничего не узнали. Есть еще одна интересная история с цифрами. Наш любимый Гейб Ньюэлл занимает 864 место в списке самых богатых людей планеты. Запомните это число. Идем дальше. 7 лет прошло между первой и второй частью Half-Life. 5 лет прошло с момента выхода второй части до Left 4 Dead 2. И 3 года прошло с выхода Left 4 Dead 2 до Portal 2. Мы получаем 753. Отнимаем от 864 753 и получаем 111. Не спрашивайте, почему именно так, не я это придумал. 1 плюс 1 плюс 1 получаем 3, а значит Half-Life 3. Забавно, не так ли? В интернете помимо догадок гуляет множество фейковых артов, скринов, видео и прочего шлака, который лишь засоряет разум фанатов и мешает им добыть драгоценные крупицы информации. Не знаю, зачем люди создают столько пустышек. Нам, простым игрокам, остается лишь набраться немножечко терпения и подождать игру, которая, несомненно, станет крупнейшим событием в игровой индустрии за последние несколько лет. А теперь давайте немного резюмируем и подведем черту под всем сегодня разобранным и попробуем составить портрет Half-Life 3. Он разрабатывается на принципиально новом движке Source 2, который, я более чем уверен, поразит игроков своей красотой. Судя по артам, немного изменится стилистика игры. Действия будут тесно связаны с легендарным кораблем Бореем, а он, в свою очередь, находится на севере. Игра станет более атмосферной и страшной, что подарит ей некое новое дыхание. Возможно, она будет RPG, и это может навредить игре, хотя Valve явно знают, на что идут. И игра выйдет примерно в 2014 году. Это пока все, что можно сказать более или менее наверняка о самой ожидаемой игре всех времен и народов. С вами был Perpetuum Mobile. Комментируйте, оценивайте, подписывайтесь и до новых встреч!